Всем привет! С вами я, Александр Сычков, и как вы знаете, я установил себе на компьютер опять Rainbow Six 3. В общем, сегодня мы повеселимся просто. Так что, наверное, приятного вам просмотра. Поехали, давайте. Уже. Итак, заходим. Открываем дверь. Поехали. Одного. Ребят, еще раз говорю, я нубас, так что я профессионал в этих играх. Так что то, что я там играю вот так вот, это моя тактика. Если вы играете по-другому, то, в общем, играйте как хотите. Я играю по-своему, вы по-своему. Так. Убили. Потому что это лично моя тактика, и я не хочу с ним делиться моей тактикой боя. Потому что реально тактика очень крутая, и стрелять с нее нормально вообще. Просто идеально. Считайте. Так. Мы убили. Так. Смотрите, заходим. Так, убегаем такие. Вот так вот. Перезаряжаемся спокойно, ничего не торопимся. И прям берем вот так вот. Как стрелять, я вам в этом видеоролике не объясню, но сама суть стрельбы, наверное, вам понятна. Как вообще, что здесь делать? Просто целитесь в хедшот и стреляйте. Это очень просто, я играю сейчас на специалистах, так что просто смотрите, как я сейчас играю. Потому что я реально профессионал в игре, вы не верили, ждали новый видеоролик, и поэтому я решил сделать что-то такое. Давай-ка. Сам откроешь или не открыть? Окей, я сам открою. Видели? Вот так вот. Не попал. Твою ж мать. Так, тихо, оп. Там что такое-то происходит-то? То есть мне вообще невозможно убить. Так, я даже не раненый. Они даже меня не попали. Так. Погнали дальше. Перезарядка. Это по 90, если что, ребят. Все будет интересно. Так. Погнали на третий этаж. Ой, второй. Я ошибся. Мочить. Что, заскучали, ребята? Да? Так. Блин, а почему? Так. Так. Флеша у меня нету. Да, лагает игра немного. Видимо, из-за киллов. Так. Никого нету. Так. Бежим сюда сначала. Проверка. Так, здесь я был. Так, ладно. То есть вот так вот можно пройти вместе крепость, если вы не знаете. Или не знали. Идем дальше. Так. Следующий. Сам открыл.